В марте 2024 года на мой WhatsApp поступило сообщение от якобы моего руководителя с ее фотографией в профиле абонента, что со мной свяжется куратор Министерства культуры по вопросам, связанных с бухгалтерией. Действительно, в тот же день мне позвонил мужчина и представился куратором, а также сообщить, что ведется проверка бухгалтерии, и начал расспрашивать про мои банковские счета. Якобы с моего банковского счета мошенники пытались перевести деньги, поэтому необходимо перевести деньги на безопасный счет. Далее мне позвонил мужчина, который представился сотрудником Центробанка, который убедил меня, чтобы я перевела свои деньги на безопасный счет по номеру телефона их сотрудника. Я поверила словам этого мужчины и по его инструкции перевела свои деньги на другой счет. Меня предупредили, чтобы я никому не рассказывала об этом и не разглашала информацию, так как идет тайное следствие. Я поняла, что попалась мошенникам после перевода денег. Мошенники были очень убедительны. При этом вначале поступило сообщение от имени моего руководителя, поэтому я поверила им и перевела деньги мошенникам. После чего я обратилась в полицию.